7 января православные христиане отмечали Рождество Христово. Повсеместно в храмах установили украшенные елки, что символизирует вечнозеленые деревья в христианской культуре. И почему в Рождество стоит посетить храм, узнал Павел Игошин. Наряженные елки украсили Спасо-Преображенский собор в Рождество. Традиция оставить вечно зеленые деревья пришла с Запада и укоренилась в России с конца 19 века. Так, в православных храмах, в том числе в Хабаровске, 7 января можно увидеть рождественские деревья. Елка – это вечно зеленое растение, символ вечной жизни. Это всегда есть не только в семьях, но и в храмах, конечно, это тоже некий символ, что жизнь всегда побеждает смерть. В Рождество храм Хабаровска традиционно посетили тысячи верующих в Спасо-Преображенском соборе. Службу провел митрополит Хабаровский и Преамурский Артемий. Чувствую ваши сердца, я чувствую ваши молитвы. Это самый светлый праздник, наверное, наполняется радостью, Божьей благодатью. Здоровье. Традицию посещать храмы в Рождество поддерживают православные христиане на протяжении многих столетий. Это то место, где мы молимся, просим о здоровье своих родных, близких. Молимся за процветание нашего любимого города, нашей великой страны. Здоровья всем, мира, добра, удачи и веры в будущее. Павел Игошин, Александр Марченко. Смотри, Хабаровск.